26 мая 2014 года в Донецкой Народной Республике было введено военное положение – комендантский час. Эта мера вынужденная. Ее главная задача – обеспечение безопасности мирных граждан на территории республики в связи с военными действиями. Минувшей ночью СОБР, ГАИ и военная комендатура провели рейд, направленный на поиск нарушителей комендантского часа. Донечане знают, как вести себя в комендантский час. Однако не лишним будет напомнить о том, что нельзя появляться после 11 часов вечера на улице, особенно в нетрезвом виде. При себе всегда необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Кроме того, нельзя оставлять личный транспорт на улицах в районах, прилегающих к административным и ведомственным зданиям. Все увеселительные заведения после 23:00 должны быть закрыты. Контролируется выполнение комендантского часа специальными отрядами силовых структур Донецкой Народной Республики, которые патрулируют населенные пункты и следят за выполнением ограничительных мер. За нарушение порядков, установленных комендантским часом, предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком от 15 до 30 суток. Во время рейда были задержаны нарушители, а транспортные средства были отправлены на спецстоянку до выяснения обстоятельств. В порядке исключения утром задержанных отпустили, напомнив им об установленных республике правилах поведения во время комендантского часа. Марина Еремченко, специально для Новороссия ТВ.